Одинцовские единороссы присоединились к акции «Одна культура. Общая история», приуроченной ко Дню славянской письменности. Они привезли набор детских книг в пункт сбора гуманитарной помощи для эвакуированных жителей Донбасса, расположенный на базе Одинцовского молодежного центра. Часть экземпляров мы передали посетителям центра. Большая часть книг поедет в Волоколамск, где находится ближайший к Одинцову пункт временного размещения беженцев, сообщила член предсовета местного отделения «Единой России» Лариса Белоусова.